Добрый день, меня зовут Павел, я из IT-департамента компании APL. Предлагаю сегодня поговорить про то, как совершить покупку в бэк-офисе. Мы видим главный экран бэк-офиса. И что я вижу здесь? У нас в виджете «Бонусная активность» указано, что личная активность в этом месяце не выполнялась. 0 PV из 40 PV обязательных для этого месяца. Давайте совершим эту личную активность через наш интернет-магазин. Переходим в раздел «Магазин». Интернет-магазин. Открывается первый шаг совершения покупки. Первое, что нас спрашивает магазин, это тип нашей покупки. Бывают типы «Upgrade Go» статуса, «Активность» и «Автозаказ». В нашем случае мы хотим сделать просто «Активность» без поднятия статуса. Выбираем этот тип покупки. Далее выбираем страну доставки. Это у нас Россия, конечно же. И далее у нас есть возможность выбрать либо доставка в региональный центр обслуживания, самовывоз, или курьерская доставка до двери. Мне удобнее доставку в РЦО, поэтому я выбираю этот вариант. Далее выбираю РЦО, в которое хочу доставить. Проверяю адрес, все верно. Соглашаюсь со всеми условиями и нажимаю кнопку «Продолжить». У нас открывается витрина магазина, где показаны все доступные для покупки продукты. И у каждого продукта указан объем PV, который дается за этот продукт. Я хочу приобрести Grow. Здесь снизу у нас видно, что в корзине сейчас выбрано на 1250 рублей, что эквивалентно 20 PV в нашем случае. Для активности мне нужно 40 PV, значит, нужно выбрать что-нибудь еще. Например, норм. Итого суммарно 40 PV. Отлично, можем продолжить. Далее необходимо выбрать способ оплаты. Банковская карта. Продолжить. Итоговый экран, где мы проверяем нашу покупку. У нас два продукта Grow и Norm по одной штуке, которые в сумме дают 40 PV. 2500 рублей к оплате. Отлично, переходим дальше. Открывается окно электронной системы приема платежей. Проверяем сумму 2500 рублей. Все верно. И здесь можем вводить наши данные карты для оплаты. Как в любом интернет-магазине. Нажимаем «Оплатить». После проверки оплаты мы увидим такое окно, на котором написано «Оплата прошла успешно». Поздравляем, мы совершили нашу покупку. После совершения заказа статус заказа можно проверить в разделе «Магазин», «История покупок». Там вы найдете все ваши оплаченные заказы и статусы по ним. Давайте также обновим виджет бонусной активности и проверим, началась ли личная активность в этом месяце. Да, личная активность выполнена. 40 PV из 40. Поздравляю, покупка прошла успешно.